Добрый день, дорогие подписчики и гости нашего канала. Еще один рецепт из серии «Легко, просто, бюджетно, полезно, быстро». Что понадобится? Для сыра 100 грамм адыгейского сыра, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка листьев тимьяна или орегано, пол чайной ложки морской соли. Для салата 6 помидоров, 1 красная луковичка, 12 оливок без косточек, 4 зерновых хлебца, 3 веточки петрушки, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 столовая ложка красного винного уксуса, пол чайной ложки молотого перчика душистого, соль, щепотка сахара. Режем сыр кубиками, кладем в миску, солим, посыпаем пряными травами, поливаем оливковым маслом. Аккуратненько мешаем, оставляем сыр для маринования на 1 час. Режем помидорки дольками, лук полукольцами. Смешиваем в миске, поливаем уксусом, оливковым маслом, прибавляем сахар, черный перец, солим, перемешиваем, вставляем на 20 минут. Ломаем хлебцы, добавляем к овощам вместе с кусочками сыра и оливками, посыпаем мелко нарезанной петрушкой и поливаем оливковым маслом, которое осталось. Приятного аппетита! На сегодня все. Берегите себя, оставайтесь с нами. Все будет хорошо, даже не сомневайтесь.